Значит, решил сделать такую защиту на скорую руку для тех семей, которые у меня пошли в зиму и у которых не была предусмотрена защита от ветра. Вот нашел такую строительный такой профиль, оцинкованный. И сейчас на скорую руку попробуем с него сделать защиту. Я думаю, у нас получится. Теперь остается вот здесь, вот этот уголок выровнять. Сейчас я его попробую вот так вот быстро. Ну и здесь сейчас я пройду немножко болгарочкой. Сниму эти заусенцы. Ну и потом попробуем одну поставить, а потом я остальные доделаю и покажу. Поправлю немножко таким куском наждачки. Куском наждака круга. Ну, все так, чтобы за руки не цеплялось. Ну и сейчас попробуем поставить эту защиту, которую сделали на скорую руку. Ну, вот так вот. Там есть, кстати, такой загиб. И за счет этого загиба мы сейчас и попробуем туда поставить. Ну, тут немножко помучиться, конечно, надо, чтобы... Это ж на скорую руку. Ну, как бы такое. Там уже пчелки есть, и надо аккуратненько. Но, тем не менее. Ну, вот все. Вот все. Все, отсюда воздух будет попадать. И есть защита от ветра, от снега. Вот такой лайфхак получился. На скорую руку. Кому, может быть, пригодится, можно пользоваться.